Республики. Между двумя домами. Сейчас пройду. Сзади меня. Осталось стелы Победы. Отечественной войны. Такие колонны. Фонтан. Но зимой, конечно, не работает. По Рейхстагу написано на вот Катюше. Парк Победы, оказывается, сейчас называется. То есть название. Вот. Парк Победы. Такий музыкал. Стелла Победы тоже видна там, между вот этими двумя домами. Внутри мемориального вот этого кольца, скажем так. Парку Победы. Это Юго-Восток. Снежок немножко так подвьюживает, пуржит. Снежок падает, ну. Не крупный, не частый, скажем. Спа.
справа за деревьями орбита. Снежок под ногами похрустывает. Где-то каркает ворона, воробушка летает. Там виднеется деревянный шпиль Католического собора. Участникам ликвидации последствий аварии ЧАЭС. Атомные электростанции, да? Ну вот. Сразу видите, вокруг сосенки насадили. Я прошел через весь Парк Победы. Прошел через весь Парк Победы, вышел вот на дорогу, которая влево, спрашивает вправо, микрорайон Робот. Там Парк Победы, вот эти лесницы,
лежит. Вот тенниса. Недавно его построили. Летом, по-моему.